Наши следующие участники – Неделя на Валентина и Тиффани Ласхатки. Тайфун. Тайфун Ласхатки. Собака с очень хорошим желанием работать. Собака с очень хорошим желанием борьбы, желанием доминировать, желанием побеждать. На упражнении по удержанию облаиванием собака позволила себе несколько... Она забежала очень плотно, сразу начала облаивать, но позволила себе несколько раз коснуться рукава. Хотелось бы, чтобы после того, как собака разлаялась, чтобы лай оставался таким же ритмичным, чтобы не возникали паузы. Хотелось бы, чтобы на некоторых упражнениях собака была чуть-чуть спокойней. Основные вопросы у меня к этой собаке к хваткам. Собака не делает стопроцентную хватку, но в процессе теснения ее фигурантом собака добирает свою, делает полную хватку и после этого только успокаивается. Хотелось бы, чтобы собака была, у вас был, была дополнительная команда на отпуск, на упражнение падение с фазоохраной. И хотелось бы, чтобы собака была чуть-чуть внимательнее на финальном боковом конвое. И несмотря на все это, сегодня 89 хорошо. Спасибо.